Вот так вот, собачку перед собой. Давай, 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 разворачивайся. Собачка старенькая, очень аккуратненько разворачиваю. И прошу потянуться вперед, придерживая за бедро, за лапки. Вот. И мне вот сверху хорошо видно, как заработали мышцы на поясничке его. Хотя все, что я прошу, вот-вот-вот она работает. Все, что я прошу собачку, это потянуться вперед просто. Вот-вот-вот-вот. Вот, отлично, хорошо. Смотрите, такое статичное упражнение, а так позволяет прокачать поясницу. И просим собачку потянуться вперед, придерживая слегка за задние лапки, придерживая. Вот, посмотрите, какие движения мышц на пояснице. Да, они небольшие, но собака на этих упражнениях достаточно сильно устает. Вот оно, да, отлично, отлично. Все, что вам нужно, это присесть около собаки, взять кусочек еды и попросить ее потянуться. Секунды три потянулись, вот-вот-вот, расслабились. Еще немножко потянулись, хорошо, отлично, расслабились. И вот эти упражнения такие простые, такие понятные, а так классно помогают для пояснички собаки.